Получить консультацию специалистов жительницы Камратского района смогут в течение месяца в Камрате. Прием ведется в переездной лаборатории около Центра здоровья с 1 августа и будет проводиться в течение месяца. Пройти профилактическую маммографию смогут женщины без патологий в возрасте от 50 до 70 лет. Рентген молочных желез. В конце недели вот у нас есть кассета. Я выписываю все с компьютера, еду в Кишинев и отдаю нашему шефу. И шеф уже описывает снимки, направляет по районам к участковым врачам. И уже женщинам говорят, если что, не дай бог что, им дают направление, едут на онконститут. Маммография – один из самых точных и безопасных методов диагностики рака молочной железы, так как современное оборудование обладает высоким качеством изображений при низкой дозе рентгеновского облучения. Рак молочной железы является наиболее распространенным типом рака в Молдове. Количество больных со злокачественными новообразованиями в молочных железах ежегодно увеличивается. Обследования помогают выявлению новообразований на ранней стадии. Здоровье должно быть на первом месте и вовремя выявить проблему и вылечить ее, не дожидаясь, когда уже невозможно будет вылечить. И это очень удобно для нас, женщин, что они приезжают и потихонечку каждая женщина может подойти провериться. Начинаются проблемы, и поэтому лучше знать заранее о них, чем потом уже будет поздно. В Кишиневе проходила, но это было давно. Так давно не проходила уже. Каждый семейный врач составит список пациентов из группы риска на своем участке. Все эти женщины будут приглашены на прохождение маммографии в определенный день. Женщины, которые считают, что у них нет никакой патологии, они ранее не обращались, они могут обратиться к своему семейному врачу. Если семейный врач их успеет, сможет, будет иметь возможность, запрограммирует, и они пройдут это обследование. Я уверена, что далее будут такие программы еще, и контингент женщин, который не будет охвачен сейчас, сможет пройти это далее. Оборудование имеет свои технические возможности. У нас в день проводится 20, максимум 22 исследования, поэтому и это предусмотрено на весь Камратский район. К сожалению, количество женщин у нас намного больше, желающих еще больше, которые бы хотели пройти, которым есть необходимость в прохождении процедуры. Последний раз портативный маммограф работал в Гагаузии 3 года назад. В 2019 году женщины из Чадырлунского района в возрасте 40 лет смогли пройти обследование молочных желез на наличие патологии. Светлана Димитрогла, Сергей Георгиев, Алексей Герчу. Новости ГРТ.